Правительство намерено вернуться к прежней практике определения максимальных цен на топливо. Ответственным ведомством, как и ранее, будет Национальное агентство по регламентированию в энергетике. Об этом также по итогам оперативного совещания руководства страны объявил и он Кику. Как вы знаете, мы создали правительственную комиссию, которая наблюдает за изменениями цен на рынке. Мы провели анализ эффективности внесения поправок в закон о НАРЭ. Напомню, сейчас цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ устанавливаются экономическими агентами, а не агентством. Мы не думаем, что это хорошая практика. Закон сейчас регламентирует лишь рентабельность в 10%, но у нас нет никаких рычагов, чтобы видеть и затраты. Таким образом, у них есть пространство для маневра, если говорить о повышении цен. Да, бывает и снижение стоимости, как на прошлой неделе, например, но мы хотим, чтобы все было обосновано. Напомним, в 2019 году НАРЭ утвердила новую методологию, согласно которой поставщики сами устанавливают цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ. До тех пор это было исключительной компетенцией НАРЭ, которая самостоятельно раз в две недели называла предельную стоимость дизельного топлива, бензина и других видов топлива.